Друзья, всем привет, с вами снова я, меня зовут Андрей, это канал Булгаков Плей. Продолжаем мы серию Forgotten Hill. Да, это опять Memento. Yes, вот. Это как бы следующая часть, но как я посмотрел, она уже есть в Стиме. Вчера под видео кто-то писал о том, что вроде бы эта игра есть в Стиме, вроде бы непонятно, почему такое начало, как будто середина. Мое ощущение такое, что эта часть, она как бы включает в себе все предыдущие четыре, которые мы прошли в одну серию, и чуть дополнена, потому что я посмотрел, там есть какие-то дополнительные загадки, я его купил в Стиме, и, соответственно, мы ее с тобой полностью и посмотрим. Поехали. Вот, видишь, светлячок, не было светлячка в начале. Все как и старые добрые времена, я... Легенда забытой горы. И этой темной и холодной ночью у меня есть история, которую я хочу рассказать. Вот, не все, не важно, в какую игру ты играешь, ты должен идти до конца. Ну пойдем до конца, чё бы нет. И чё? «Джентльмены, ситуация чрезвычайно серьезная. Нас осталось всего четверо, и Оливер все еще не пришел. Я начинаю переживать. Я не понимаю, как мы сможем управляться со всем этим самостоятельно. Мы не можем отказаться от наших экспериментов. Мне кажется, что нам нужно найти новых партнеров». Более того, странные обстоятельства смерти наших друзей начинают привлекать внимание местных властей. О, красавчики. Настал канун Хэллоуина, ребята, и сегодня ночью мы отправимся на поиски сладости, но для этого нам нужны маски. Мой отец спрятал одну из них у меня дома, и я должен найти ее. А вот этого не было. Короче, если ты смотришь эту часть с этого места, то знай, я уже поиграл полчаса, и в этих полчасах было ровно то, что было в прошлой серии. Поэтому это как бы продолжение тех четырех частей, которые были. Поскольку первые четыре части они засунули сюда же, я их точно так же прошел, там ничего нового, кроме достижений, не было. Теперь мы продолжаем вот играть... А, то есть мы теперь выбираем между домами. Так, твой отец спрятал маску в доме. Вот это твой дом. Нам нужно туда попасть. Интересно, это теперь стало интересно, прикольно. Саблей нахуй разрубить дом. Но у меня мыслей ноль. Сабля, ага. Ага, дом заперт. Так, ладно, давай вернемся. Ты, блядь, дурак, что ли? А куда это я попал-то вообще? Черт возьми, что за адское создание? Только что оно напало на меня, и я истекаю кровью. Мне нужно дать ему что-то ядовитое, чтобы оно вонзило свои клыки в ядовитую плоть. Хорошо, понятно. Играть. Уйти. Я на дом не хотел нажимать. Беги, маленькая лошадка. Запредельная любовь. Игровая площадка. Канун Хэллоуина. А вы можете со мной поиграть? Так, это нам теперь надо бегать по этой. По всей локации? Нихера себе. Дети, мы разговариваем об очень важных вещах. Идите играйте в другое место. Пидорас, нахуй. Оу, вспоминайте правду. Правильно. Взгляд в пол, разум в небо, ноги на земле, сердце в небесах.
Хорошо. Вот тебе и череп. А тебе, бля, ебал, не разрез? А зачем тебе шпага? Мы сходили до дома, а он сказал... Вот это я видел как раз в... Зелье для быстрого роста. А, ядовитое, ядовитое. Не можешь взять? А, нужно сделать зелье быстрого роста, а потом до туда дотянуться. Хорошо. А, это весы. Внизу нарисована картинка. Видимо, они решили дополнить эту историю гуси. Так, гуси. Это зонтики. Гуси это зонтики, точно. Ну, блядь, такой уродился, что с ним. Так, вот, пожалуйста, зонтики. Это в самый верх. В самый верх. Это также. Это вниз. Вниз. Это вниз. И это вниз. Череп я взял, хорошо. Так, череп надо вставить вот сюда. Ключ. Ключ. Тут не было никаких комнат. Здесь ничего не было. Хорошо. Ну, насчет маски я что-то не понял. Нам, наверное, надо здесь решить загадку. А потом уже идти. Или это... Ладно, хорошо. Три совы. Надо, чтобы все глаза открыли. Поет хорошо. Ага. Раз. Раз, два, три, четыре. Два, шесть, пять, три. Не смотреть на меня. Нахуй шторки закрой. Так, это еще один ключ. И ключ это от тебя. Или это ключ от дома. Тут просто столько, бля, локаций. А, это нам понадобится для весов. Хорошо. Давай тогда это сфоткаю. Раз нам это надо для весов. Чтобы сюда не гонять. Так, а ты что такое? Тебя в какой-то последовательности нужно нажимать. Так, выходим на улицу. Эти, блядь, конченые ничего со мной не разговаривают, да? Так, могила. Одна могила, вторая могила. Возвращаемся домой. Так, не то. Вот это. Хорошо, мы попали, вернулись домой. Здесь... Ты хули на меня рычишь, блядь? Ключ. Ему надо что-то похавать. А что тебе похавать, да? А, там дальше проход есть. Я не могу вернуться к своим друзьям без маски. А, вот еще что-то. Ага, это возвращение назад. Так, мы где-то уже, мне кажется, такое видели. С этими куклами. А, как раз в какой-то части они там висели у нас. Так, я буду саблю везде применять. На всякий случай пожарный. Так, здесь заперто. Давай в другую комнату. Здесь нужны спички. Здесь нужны ключики. Так, это что-то тоже значит, но тут ничего не нажимается. Здесь все открыто. К друзьям, говорит, не могу пойти. Что-то нужно отчекрыжить от чего-то. Точно тебя нельзя порезать, как свинку?
Точнее, как лошадку. Ну, я как бы это... Хуй знает. А, подожди. Нет, не подожди. Их надо в какой-то последовательности подергать. А в какой? Их трое. А, все, понял. Понял. Че туплю-то? Вот в какой последовательности. Ага. Блин, вот это... Ладно, вот это хорошо. Раз, два, раз, три, два, раз. И все. Всего-то. Так, это ключ от шкафа. Нет. От этого шкафа. Так, теперь мы сейчас наберем кровище. Кровище нам для чего? Вот эту свинью накормить? А отрезать голову ей нельзя? Что за, бля, вообще заеботорика такая? Так, теперь сюда. Луна. А пластинку пойдем слушать. Play record. А что, музыка теперь так и будет играть? Мозг, скальпель. Может, у тебя это? А это? А нельзя тебя вырубить? Ну ладно. Так, тебя скальпелю. Тебя скальпель. А, я срезал мандрагору. Мандрагору надо отравить и дать той херне, которая меня сожрала. Так, луна сюда. Маска. О, блядь, жуткая хуйня какая. Так, скальпель мы взяли, мандрагора. Тут есть мозг. Он нам понадобится стопудняк. Так, уходим, пойдем к друзьям. Так, отличная маска, братишка. Мне тоже нужно найти свою. Мне кажется, что я оставил ее в доме одного из друзей, ученых моего отца. А ты кто, блядь? Я тебя не помню. Так, вернемся. Так, у них инвентарь один на всех. Так, это все уже не работает. А дети, мы разговариваем. Хорошо. Иду разговаривать в другое место. А ты можешь повыше, слышь, братан, ты не дотянешься до яда? Был бы весьма и весьма неплохо. Вот же он. Или сабли его достать, нет? Или мандрагору его достать? Нет, или вот. А, вот яд, ништяк. Ядовитая мандрагора. Все, хорошо. Окунули, сейчас будем эту бледищу. А я не помню, чувак, ты кто такой? Тебя же не было в этой части. Так, перемещаемся сюда. Это не твой дом. Наверное, дом ученого это вот этот. Нет. Вот, дом ученого. На. На. Kill a monsters. Хорошо. Так, это заколоченный подвал с сумасшедшей теткой. А можно я не... Пожалуйста, не хочу часы перемещать. Я не могу вернуться к своим друзьям без маски. Возьми вот эту. А, так, это все есть. Это все есть. Трепанацию?
Так, а здесь что? Забытая гора, 31 октября 1893 года, полночь. Она продолжает возвращаться. Я не могу остановить ее, я не знаю, что я выпустил на свободу. Возможно, немного любви сможет остановить ее. А, да ты долбоеб. Это же прям вообще очевидные вещи. А вот тебе, пожалуйста, и кнопки. То есть это было вот для этого момента сделано. Так. Идем сюда. Должна ты гореть. Ты не должна гореть. Ты не должна гореть. И ты... А ты должна гореть. Ты не должна. Ты... Вы должны гореть. Ты должна гореть. Ты не должна. Ты должна... Ты... Ну это ладно, это простое. Они как-то тыкают странно. Так, нога. Зачем нам нога? Кому-нибудь дать поебало? Так, нога. Я не могу вернуться без друзей. Так, значит... Тебе нужна нога? Да нет, говорит, не нужна. Ему, по идее, это, башку надо отрезать. Шляпа, нога, цветок. А, нога нам, наверное, нога нужна для этого. Для весов. Ну что с тобой делать-то? Есть лягушка. Отсюда мы, значит, если мы отсюда не можем выйти... Следовательно, погоди, а мы можем дерево срубить? Можем, отлично. Дерево мы срубили, туда посадили. Цветы расцвели, это забрали. И, пожалуйста, на могилку тебе. А нахуя цветы? Так. Вот эта загадка по-любому понадобится. Тоже. Ну это ладно. У меня эта фотка есть. Я ничего не удалял. Я, может быть, конечно, запутаюсь во всем. Так, ну это выход, да? Я не могу выйти. Ага. Вам цветы не нужны? Нога. Скальпелем порезать? Да ну убери. Так, значит, что-то опять в лаборатории. Цветы. Ну, цветы мы собрали, хорошо. Ему цветы не нужны. Нога ему тоже не нужна. Отрезать ему, бля, ничего нельзя. Цветущая ветка. Лягушка. Ну, скальпель, я думал, к лягушке, но нет. Так, а где у нас есть какая-нибудь вазочка, я не знаю. Вазочки вроде нет никакой. Пианинка не работает. Нам бы... Ну, во-первых, эта картина стояла не здесь. Наверное. А может и здесь. Скальпелем откроешь? Тебя сюда применить? Подожди. У нас есть еще часы, которые мы можем использовать.
Ну, что мы с ним можем сделать? Давай посмотрим. А ты... Время нет? 9? Нет. Ну, слишком до хера. Тут 4 символа. Немножко любви. Наверное, цветы нужны монстру. Отдать внизу. Тебе, бля, ничего не могу... сделать. Кальпель не работает, не помогает. Ну, я предполагаю, что вот это может быть временем. Ну, тут 4 символа, а там 3 стрелки. Ну, то есть вот разделение, да, допустим. Пять, четыре, три, один. Ну не, мне кажется, нет. Ну вот они, 5-4, двойка убралась и 3-1 остался. Может по рукам, но по рукам вроде... Может быть, те, которые показывают правой рукой, смотри, раз, два, три. То есть 5, 2, 3. Это, бля, было бы вообще слишком жестко. Может, скальпелем эти отковырять? Не ковыряется. Здесь вот есть крестик. Туда выход, нельзя выходить туда. Ладно, беру тайм-аут. Короче, я бродил-бродил, искал, еще раз записку почитал. Тут вот написано. Полночь. Пойдем попробуем перевести часы на полночь. По идее, не должно возникнуть каких-либо трудностей. Три, один. Блять. А, все. Паучок. Кувшин с пауком. И чё, блядь? Тебя сюда можешь поставить? Пойдем назад, у нас тут. Особо-то вариантов-то нет больших. Так, кувшин с пауком. Кувшин, значит, с пауком. Во, паук, ползай. Ага. Ты, блядь, такой молодец. Так, треугольник. Давай еще раз. Треугольник. Круг. Ромб и крест. Ромб и крест. Играть. Вводить. Куда? 4 символа. 4 символа. А. Вон оно что. Треугольник, круг, ромб и крест. Фомка, ага. Пойдем. На. Лопату заберу. Раскопаю могилу, конечно. А серьга с жемчугом. Молоток. А нам тут ничего не надо разъебать? Да, вроде бы нет. Еще что-нибудь выкопать? Да, вроде бы нет. Ага, маска. Хорошо. Братан, у тебя все хорошо? Сережку хочешь? Говорит, не хочу. Какая красивая маска, дружище. Я уверен, что у меня получится сделать такую же очаровательную маску, как у тебя. Вот увидишь. Бля, вы красавчики вообще. Просто... ребята красавчики.
Короче, я предлагаю на этом закончить. Я тогда поделю эту часть. Я еще раз повторюсь, то, что предыдущие четыре, они в этой части были, в стимовской. И что хотел сказать? Я их проходил, они один в один, как в прошлой серии. И начал я вот как раз с момента вот этого, Хэллоуинская ночь, или как ее еще назвать. Все, на этом заканчиваем. Плейлист игры в описании. Подписывайся на канал и на паблик ВК. Делись видео со своими друзьями. Ставь лайки, оставляй комментарии. До следующей серии, друзья. Всем пока.